Члены Симферопольского клуба ветеранов педагогического труда «Оптимист» предложили главе администрации города Геннадию Бахареву высадить аллею деревьев в Екатерининском парке в честь юбилея клуба. В этом году им исполнилось 30 лет. Название аллеи пока не придумали, решили объявить конкурс. У нас есть еще несколько пусковых объектов по данному Екатерининскому саду. Пожалуйста, вносите изменения. Там работают сейчас у нас институты по фитодизайну. Аллея, не возражаю. Назовите только ее хорошо, и надо за ней будет следить. А конкурс объявляйте. Среди вопросов ЖКХ волнующая всех проблема – подача воды в районе улицы Леси Украинки. В скором времени рабочие будут класть новую водопроводную трубу рядом со старой. Чтобы сэкономить городские средства, от ветеранов поступило предложение параллельно заменить и уже изношенную коммуникацию, которую из года в год латают деревянными пробками. Город Симферополь, в соответствии с проектно-сметной документацией, которая разработана, строит новую сеть и передает ее после завершения строительства государственному унитарному предприятию «Вода Крыма». С целью обеспечения верхней части Верхней Украинки, в соответствии с проектом, по согласованию с Геннадием Сергеевичем, я вопрос по замене существующих кусков водовода передам в «Вода Крыма». Помимо воды, остров стала проблема работы 7-го ЖЭКа города Симферополь. Многоэтажки, которые не составляли договор о подомовой уборке, платят за услуги ЖЭКа столько же, сколько и те, которые подписали документ. Жители возмущаются тем, что уборка, тем не менее, не ведется, при том, что оплата это подразумевает. В ответ на жалобы Геннадий Бахарев пообещал взять дело под личный контроль. Никита Егоров, Борис Давидяк, служба новостей ИТВ.